Никита, сегодня сыграли два матча. В первом против МВА разгромное поражение. Как считаешь, вообще, что послужило причиной такому крупному результату, неположительному для вашей команды? Ну, у нас состава не было, мы без замен играем. Как бы у нас один парень то опоздал, мы потом тяжело играть, жарко, во-первых, было. Тяжело было, там пацаны меняются каждые 3 минуты. Поэтому вот так вот. Вторую как бы собрались, нормально выиграли. Вообще без проблем было. Да, вот во второй игре стало немножко поувереннее стали играть. Можно сказать, что набрались опыта в матче с военными и стало играть уже намного проще, и уже стали получаться какие-то отдельные аспекты. Ну, видимо, нам нужно разогреться, чтобы выиграть. Первую, мы как бы вторую игру играли, наоборот, должно быть тяжелее играть, а мы наоборот вторую хорошо сыграли, как бы. И то опять же без замен играем. У нас один пацан в первой игре сломался, мы вообще как бы почти не менялись. Опять во втором тайме начали меняться. Ну, собрались, выиграли, как бы без проблем было все. Вот учитывая то, что соперник выше вас по турнирной таблице располагается, как-то отдельно настраивались как-то на эту игру, готовили ли какие-то отдельные эпизоды, рассматривали ли? Да нет, не рассматривали, но как бы знали то, что команда так надо... С ними мы боремся, чтобы не вылететь. Ну, шансы есть у нас, все, мы вот сейчас выиграли, надо остальные выигрывать, чтобы остаться. В концовке матча второго... В начале второго тайма Мед Юнайтед сократил разницу, там счет стал 2-3. Не было ли какой-то установки после этого немножечко сакцентироваться на обороне все-таки? Видно было, что они существенно прибавили в темпе и, кто знает, могли бы и сравнять счет. Ну, опять же, у них опять замены были, то есть как бы они менялись, мы опять же без замен. Ну да, подустали, опять ноги подсели, уже вторая игра, на солнце играем, жарко. Ну да, они нас начали как бы давить, но мы собрались. Обилие забитых вами голов в концовке — это следствие того, что Мед Юнайтед пошел ва-банк и все-таки не получилось им все-таки реализовать большинство атаки, и вы как бы за это их наказали? Да нет, так не скажу, мы просто лучше были, как бы не потому что, ну понятно, они под конец там вратарь побежал, но мы один гол забили, когда вратарь убежал там, а остальные мы-то забили как. Но мы так же играем, как они, как бы мы просто лучше сыграли, вот и все. Учитывая то, что осталось не так много матчей в этом сезоне, можно ли сказать, что вот последняя игра с Мед Юнайтед, она послужит для вас неким образцом, то, как нужно завершить оставшиеся встречи, чтобы сохранить прописку в чемпионате? Да, конечно, мы как бы прошлые там выиграли, был матч, вот сейчас выиграли. Остальные выиграем, также надо собраться, как бы первую игру вышли, да, мы опять же там без замен, я сказал, ну мы плохо отыграли, чего как бы говорить, мы вообще почти не играем, мы во втором тайме, ну сами видели, там мы просто бросили играть, как бы наша вина, ну ничего, в следующей игре собраться, надо остаться, потому что мы не хотим вылететь, поэтому будем грызть землю. Ты в команде недавно, расскажи вообще, как тебе атмосфера? Успел ли уже как-то с кем-то сыграться? Ну, с капитаном, вот с Данилом Поляковым, мы там с детства в одной команде играли в Ростове еще. Футболом занимались. Так только его знал из этой команды. Вот он меня позвал. Спасибо, то, что хоть поиграть можно.